Здравствуйте! Все любят пирожки со сладкой начинкой. Их готовят из разных видов теста и с разными начинками. Это могут быть пирожки с повидлом, с яблоками и с другими начинками. Сегодня будем печь пирожки из сладкого дрожжевого безопарного теста со свежей вишней. В миске миксера на малой скорости размешиваем половину стакана слегка теплого молока, приблизительно 30 градусов Цельсия, и 1,5 чайной ложечки сухих дрожжей. Кладем в молоко с дрожжами 1 куриное яйцо, 1 столовую ложку сахара и 1 чайную ложку ванильного сахара, щепотку соли и, не прекращая перемешивания, всыпаем 2 стакана муки. Вымешиваем 6-8 минут. Если мука поглощает много жидкости и тесто получилось, на ваш взгляд, крутое, можно добавить 1-2 столовые ложки теплого молока. Добавляем 2 столовые ложки теплого масла и вымешиваем, пока тесто не начнет отставать от стенок посуды. Домешиваем тесто вручную на столе, придаем ему форму шара, кладем в миску, накрываем тесто кухонной пленкой или полотенцем и оставляем в теплом месте на 1,5-2 часа для брожения. Когда объем теста увеличится не менее чем вдвое, обминаем тесто, возвращаем миску под пленку еще на 40-50 минут для вторичного подъема. Пока тесто подходит, во второй раз приготовим начинку. 600 граммов вишен моем и очищаем от косточек. Сок сливаем. Добавляем 120 граммов сахара, перемешиваем и добавляем 100 граммов измельченных грецких орехов. Можно использовать любые орехи. Начинка готова. Через 40-50 минут тесто подошло. Выкладываем его на слегка смазанный растительным маслом стол, обминаем и делим на 20 равных кусочков. Каждый кусочек теста подкатываем в шарик. Шарики раскатываем в лепешки. На середину каждой лепешки кладем щепотку панировочных сухарей и столовую ложку начинки, приблизительно 6-7 вишенок. Хорошо защипываем края, можно веревочкой, и кладем на смазанный растительным маслом противень швом вверх. Накрываем пирожки полотенцем и оставляем для расстойки на 30-40 минут. Когда пирожки подойдут, смазываем их желтком и выпекаем в заранее разогретой духовке при температуре 210-220 градусов Цельсия 15 минут. На нашем сайте videokulinary.ru или по-русски videokulinary.rf в разделе «Выпечка» есть рецепт пирожков с вишней из слоеного теста быстрого приготовления. Готовые пирожки выкладываем на деревянную доску. Даем им остыть, перекладываем на красивое блюдо, посыпаем сахарной пудрой и подаем к столу. Приятного чаепития!